И снова здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. С вами, как всегда, я, Александр Булатик, и вы на канале Булат и Ко. Мы прогулимся по лесу. Сегодня у нас встретенье, або стритення Господне. Я что-то все время думал, что эта зима с весной встречается, но оказывается совсем не так, а там по-другому это все. Ну, в общем, суть не в том. А хочу вам сказать вот радостную новость, что на солнышко вышло, тучки разошлись, да, тут такая вот, ну, как раз зашел в такое место, где и солнышко не видно, зашел в Еловый Бор, такой, да, с Булатиком гуляю в очередной раз, дальше прогуляемся, зашел от Еловый Бор, вот тут вот наш мальчик бегает, и солнышко даже и не видно, так что мы всех верующих Булатиком поздравляем с праздником, желаем вам всем хорошего дня, настроения, чтобы ваши мечты сбывались. Ваши детки росли, внуки ваши росли, жизнь вас радовала, семья ваша была здорова, род ваш приумножался, чтобы вы были нам с Булатиком счастливы, да, в хорошем настроении, расположении духа, и улыбались, потому что смех продлевает жизнь, так что вы должны жить нам долго с Булатиком и счастливо. И мы будем с Булатиком в этом вам помогать. Всячески прогуливаясь по лесу, наслаждаясь погодой, природой. Да, будем с вами наблюдать скоро. Вот так Булатик бежит он. Бежит Булатик. Будем скоро наблюдать с вами пробуждение леса, природы. Скоро начнется весна, вообще будет красота, да? А мы с вами поедем в такие места интересные весной. Да, мы там, у нас есть участок, и мы там будем разворачивать бурную жизнедеятельность. Туда скоро переедут наши пчелы. Со временем, с потеплением переедет Булатик. Ну и, соответственно, также перееду я. С Булатиком мы будем мы там обитать. Будем вам рассказывать, как у нас дела и чем мы там занимаемся. А сейчас же мы с Булатиком прогуливаемся. Это был небольшой анонсик, а мы с Булатиком прогуливаемся по лесу. В великолепном настроении. Мы уже побаловались два раза. Пузо уже папа почухал. То есть мордяки противные. Этот хвостик такой. Хвост такой наш хвост. Прожимаем лайкосики, подписываемся на канал. Да. Такой собака-барабака. Булатюськин такой. Масик наш. Папин бубочка маленький. Да, папина бубочка такая, собака, самая красивая собака на свете. Я вообще балдею от этой собаки. Знаете, как говорят, лучше гор бывают только горы. В этом я абсолютно соглашусь, потому что тоже очень люблю горы. Но еще люблю вот эту собаку. Ну и понятное дело, что я очень люблю свою семью, детей, жену. Чего и вам советую. Потому как даже во всех религиях говорится, что надо любить, возлюбите ближнего своего в христианстве, и во всех остальных то же самое говорится, что надо любить друг друга. Поэтому любите, люди, друг друга, и будет мир во всем мире. Начните с себя, любимого. Сначала себя полюбите. И все, потом понемножку. Можете с маленького начать. Червячка, жучка, тараканов, например, с головы повыгонять. Повымести. Прусаковый тараканов. Как, да, мультик когда-то был Сидори на горе такой. Ну, а вот когда тараканы поразбегаются, так вроде бы и дышать легче станет. Вон там клен такой, или дуб-то дуб. Наверное, он обрезанный такой, спил. Он пал, там поваленные деревья так в раскос. Видите, вот порезанные лежат. Так что
Дорогие мои зрители и подписчики моего канала. Вот так вот глазичек бежит. Подписывайтесь на каналчик, чтобы всегда быть в позитивчике, я же говорю. И будьте позитивными, чтобы у вас все было великолепно. Улыбнитесь. Не создавайте себе проблем, чтобы потом их решать. Проблемы сами придут. Ну и Булатик тут крутится вот так вот вокруг папы. Это мусорка, Булатик, там закопанная яма. Да, у нас так, люди мусор любят в лесу. Ну, хоть так, лучше, чем разброс. Может и не лучше, не знаю, кто там как это скажет. Ну, в общем, как-то так есть. Вот, вот так. А вы же будьте позитивными, думайте позитивно, мыслите позитивно, желайте позитивного и наслаждайтесь такими вот мальчиками-побегайчиками нашими. Наслаждайтесь жизнью, моментом. И мир станет добрее. Да. Вы подумайте, вот какой бы мог быть Булатик. А он добрый, белый и пушистый. А если бы он не был добрым, белым и пушистым, вы представляете? Если бы он был не позитивным, какой бы это был собака-кусюка? Кому такой собака-кусюка надо? Ну, тоже бы. Поэтому будем белыми, пушистыми и позитивными. Как Алабайчик Булатик. Как раньше был лозунг, да? Делай лучше меня, быстрее, выше, сильнее, да? Вот. Вот, видите, тут даже вот как раз солнышко вышло порадовать наших зрителей. Да, вот так вышло солнышко, чтобы зрителей наших порадовать. Показать, что оно все-таки живот есть. Вы видите, сейчас какая прекрасная солнечная погода. Плюс 3 на улице. Мы на позитивчике прогуливаемся с самым лучшим собакой на свете. Желаю вам всего самого наилучшего, хорошего вам дня. Мы будем вам с Булатиком говорить пока-пока. Вы же не забывайте прожать лайкосики, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всего вам самого-самого лучшего. Пусть ваши мечты сбываются. Пока-пока.